23 марта. Утро. 8:40. Завтрак такой у нас. Супчик и гречка. С тушняком доедаем. Погнали. Как всегда, к супчику обязательно должна быть. Должна быть. Не должна быть. Ой, упал чуть-чуть. Должно быть горчица. Горчица. С мазиком причем. Сначала прокладываем, потому что она просто так, она очень острая. Ну, как кочень. Короче, островатая. А сам майонез ее нормально делает. Не очень острую. Угу. Давайте. Вот теперь можно есть. Здоровься на тик-таке. За гречку так забыл. Походу, она уже... Блин, сегодня 3-е, а делал ее 23-го. Это та самая, которая с тушенкой. 10 дней, она все, она начинает пропадать. Но мне кажется, я ее буду все равно есть. Потому что здесь 3 банки тушенки. Ближайшие 3 дня точно готовить ничего не буду. Если будет видео с фастфудом. Ну, я говорю про основной канал, не про этот, где сейчас выложу, на обычном. Бывшем собачьем. Да, она начинает пропадать. Ну, мне кажется, я ее все равно буду есть. Даже оно. Я сегодня ее целый день буду есть, чтобы она не пропала. Потому что сколько вот. Ну, не знаю, порции 3. Что на завтрак? Суп. Суп и... Суп пакетный из гороха, который вчера делал. Шляпа топ. Покупал в 2015 году. Рублей 700 она стоила. Искал себе головной убор. Когда работал на Мамаев в Кургане. С громкоговорителем. Но когда купил и одел, и понял, что в жару с черным цветом не угадал. Очень жарко в этой каске было. И его выбросил в шкаф эту. До лучших времен. Вот лучшие времена настали. Через 7 лет. Тикток по кеду у вас выключаем. Вертикальный, который запись.
скажите рецепт гречки. Да в интернете полно, найдешь. У меня конкретно это не по-купечески, это с тушенкой. А так там полно. У меня есть на Ютубе, где прям я ее делаю. Перед обжором записываю. Да, начинает пропадать, но я ее съем. Сегодня весь день будет гречка у меня. Я их за день съем. Потому что завтра она точно пропадет. Просто набери на Ютубе мукбанг Евгений Ковалев, гречка по-купечески. Там будет штуки 3 видео. Ну, примерно так. И вот в одном из них я прям показываю, как я ее делаю. Ну, такой завтрак у меня. Плотный.